ефіра після літніх випробувань вимагає відновлення. Як же це зробити професійно, знає гість, який вже у нашій студії. Зустрічайте, Ігор Нороха, лікар-дерматолог вищої категорії, директор медичної клініки. І справді, пане Ігоре, ви знаєте, що робити зі шкірою, аби вона була еластичною, живою, здоровішою і молодшою, тому що кожного року усі люди, які люблять засмагати, замислюються, що ж з нею зробити, аби вона була гарною. Отож, що після літа, що відбувається? Это очень важный вопрос, действительно, на сегодняшний день, потому что во всем мире эта тема такая, она актуальна, она всегда обсуждается, появляются новые рекомендации, новые идеи, появляются новые средства ухода за кожей, средства защиты от фотоинсоляции. И я немножко хочу вернуть нас в прошлое. В прошлое, когда был такой лозунг, яркий лозунг: солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. И когда все загорали много на солнце, считали, что это супер хорошо, это всегда хорошо для здоровья, чтобы вырабатывался лучше витамин D, ну и много других факторов, иммунитет лучше работал. На самом деле, спустя много лет мы видим на сегодняшний день большие проблемы с фотостарением кожи. Это результаты того, что в свое время люди бесконтрольно находились на солнце, получали огромные дозы ультрафиолета, не зная о тех последствиях, которые могут быть. И к чему это привело? Потому что очень резко возросла патология кожи, особенно онкопатология кожи. Мы знаем такие грозные заболевания, как меланома и другие виды раков кожи, и которые на сегодняшний день пока, к сожалению, меньше не стали. И уровень заболеваемости меньше не стал. Хотя как бы все общество, сообщество обратилось к тому, что как нужно защищаться, есть правила определенные, мы можем пару слов о них сказать, конечно. Так, ну, мы про це кожного року говоримо, и все же розуміють, що брати захисні креми треба обов'язково, щоб було не лише, щоб був не лише захист від ультрафіолету, так? Так. А треба дивитися уважно, щоб було декілька показників, так? І якщо ви їдете там кудись в теплі країни, то звичайно треба, щоб вищим був захист, так? Так. Це люди роблять. І все одно вони бачать зміни на своїй шкірі. Тобто після літа, після відпустки бачать, що з'явились пігментні плями, наприклад. Так. А чому так стається? Нібито захищали, нібито все робили, але виходить, що мало, чи щось не те ну, робили? Не зовсім мало. Є определені правила, які ще, к сожалению, не всі знають. Я два слова скажу о них. Вони дуже важливі, їх легко запам'ятати. Первое в том, что мы живем в период всеобщей диджитализации, такое слово модное сейчас, интересное, ну, по сути, цифровых технологий. У каждого есть смартфон, и в каждом смартфоне есть приложение «Прогноз погоды». В прогнозе погоды, если полистать в самом конце, есть индекс ультрафиолета, индекс УФО. На это нужно обращать внимание всегда либо накануне, либо утром, выходя на улицу. Всегда посмотреть, какой индекс УФО. Если индекс УФО от 0 до 2, то не нужно использовать средства с SPF-фактором, ну, фотозащиты. По сути, как бы не нужно, потому что особой инсоляции не будет в течение дня. Если индекс УФО от 4 до 6, до 4, от 2 до 4 и до 6, тогда нужно использовать средства 25-30. Это SPF-фактор. Я скажу, что это за цифра, потому что тоже не все знают. Хотя многие как бы покупают, считают, ну, имеют свое мнение, но это неправильно. А если индекс выше, тогда 50 и 50+. Что эти цифры обозначают? Эти цифры обозначают не силу фотозащиты, потому что все почему-то бытует такой миф: 25 – это слабее, 50 – это сильнее, 50+ – еще сильнее, а 100 – это вообще супер. А на самом деле 100 не работает, 50+ – это максимально. Все остальное – это маркетинг. Но как бы это, на это не надо обращать внимание. Там все равно 50+. Вот эта цифра, она банально умножается на 3, и мы получим то количество минут, которое максимально мы можем находиться под открытым ультрафиолетом. Вот не так-то все, і багато все виходить, да, так? Тобто да. І через той проміжок часу треба знову наносити захисний, да, отой крем, чи що ви, чим саме ви основне, це те, що от чому бувають ошибки на морі, да? Всі використовують на морі в основному. Ну, неправильно. Ми живемо в місті, ми ходимо по вулицям, ми отримуємо той же ультрафіолет, такий же, як і на морі. Сонце везде одинаковое.
Воно не є різне, на морі, на озері, на річці. Але ж відчувається, на море поїдеш і все, воно ніби припікає. Да, а тут виходиш і нічого не відчуваєш, а потім на шкірі з'являється. А є проблема в тому, що є два види лучей. Є лучі UVA і UVB. Вот лучи UVB – это то, что мы ощущаем. Вот они вызывают ожог, они вызывают тепловую реакцию на коже, мы их ощущаем. И эти лучи знали и раньше. А вот лучи UVA не так давно были открыты, а они самые опасные, потому что они проникают в глубокие слои нашей кожи, вызывая различные изменения, свободные радикалы, которые приводят к онкопатологии, и мы их не ощущаем. От бачите, як хитро. В тому ж і проблема, так, що нібито нічого, організм не відчув, але побачив. І вже пізно. І чи можна виправити ситуацію? Чи можна якось виправити і не такими кардинальними методами? От є зараз, так, є процеси, які можуть, наприклад, змінити вашу фотоструктуру, так, вашої шкіри. А чи можна це зробити в домашніх умовах? Ну, можна, зазвичай. Можно изменить, в принципе, я уже говорил, что использование, правильное использование средств с SPF-фактором, я рекомендую эти средства всегда покупать только в аптеке, потому что в аптеке все средства сертифицированы, там SPF есть. Я не буду комментировать о том, что продается в супермаркете. Но то, что мы проводили сами тестирование, как дерматолог, мы видели, средства, которые находятся на аптечной полке, они все SPF-фактор содержат. Очень важно еще помнить о том, что все средства с SPF-фактором наносятся за 15-20 минут до выхода на улицу или на пляж, неважно, потому что должна образоваться защитная пленка. Если это не сделать, это будет неправильно, мы будем ожидать защиту, ее не будет. И после каждого купания в море, мы сейчас будем говорить о море, нужно повторно наносить, особенно детям. И дети – это самое уязвимое место, потому что, в принципе, в мире считается о том, что дети до 3 лет не должны получать открытой солнечной инсоляции. Это нонсенс, потому что кожа ребенка еще не готова к активному солнцу. А що робити, якщо вже мама помітила, чи там тато, наприклад, помітили, що в дитини, там, після того, як вона засмагла, зійшов уже той, ну, склад шкіри змінився, наприклад, так, і з'явились родинки, чи якісь плями, вони можуть розширюватись, і так, це ж дитина, так, і ми бачимо, що ось така проблема. Що з цим робити? В такому випадку, в таком случае обязательно визит к дерматологу. На сегодняшний день практически у большей части дерматологов есть такой уникальный инструмент, он простой, доступный, но очень информативный, называется дерматоскоп. То есть провести банальную дерматоскопию каждого элемента, который вызвал сомнения, и доктор, только доктор может определиться. Либо дальше наблюдать, либо такой элемент надо будет удалить. Но у детей не так часто бывает, но все может быть. Так, ну ось бачите, добре. А якщо з'явились пігментні плями, от на які ми не розраховували, особливо жінки, знаєте, от вони все стараються щось зробити так, щоб все було добре і не старіти, але після відпустки бачать. Ну, слушай, як це виправити? Тут є, вже нічого не зробити? Ні, виправити можна завжди, тому що методів дуже багато. Тут і косметологія має місце, і дійсно є і апаратна, і лазерна технологія убираюча. Але треба завжди зрозуміти первопричину. Это пигментное пятно связано с солнечной инсоляцией, либо с какой-то патологией внутренних органов, либо эндокринной патологией, каким-то нарушением обменных процессов. И тогда отсюда зависит, это только врач может определить, как решить эту проблему. Депигментации можно достичь. Пигменты тобто убираются. Зараз да, есть засоби? Есть суперкосметические средства, действительно очень хорошие, которые решают эту проблему. Плюс есть, я уже говорил, есть лазерные технологии, есть пилинги, но они делаются только в зимний период. Ну, то есть, в принципе, проблема решаема. Но надо правильно определить причину. Потому что если не ошибка будет в причине, тоді буде складно вирішити, можна навредити. Так, це тільки доктор. Ну, це справді треба, щоб був фахівець високої категорії, який зможе розібратися і подивитися, що не так. А зараз кажуть, основною причиною, пов'язаною з захворюваннями, особливо раковими, це пізнє звертання людей. Да. Тобто приходять вже тоді, коли наростає, коли змінюється форма і вже починаються якісь серйозні процеси, з якими складно боротися. Так? Чому саме так? В этом есть проблема, потому что люди не обращают на простые вещи.
которые происходят в организме. Ну, самые простые. Надо обращать внимание на свои родинки. Ну, в медицине они называются невусами. Люди привыкли называть это родинками. Пускай будут родинками для общего понимания. После лета, то есть мы, в принципе, всегда пропагандируем касательно дерматоскопии, о которой я говорил, использование дерматоскопа. Это прибор, который спасает жизни людей. То есть ранняя диагностика и раков кожи, и той же меланомы. И вовремя можно ее удалить, и тем самым закрыть на 100% данную проблему, не запуская дальше. Во всем мире заболеваемость меланомы снизилась до 5-6, ну, смертность до 5-6% благодаря данной процедуре, очень простой и доступной. Но есть и самоосмотр пациента. Его нужно проводить в конце лета, сентябрь-октябрь месяц, когда уже сходит загар, уходит с нашего тела. И обратите внимание, если те родинки, которые у нас всегда были, они изменили форму, они изменили цвет. То есть они как-то тоже либо появились дополнительные какие-то рядом элементы. Это должно настораживать, и нужно прийти к дерматологу. Дерматолог сделает дерматоскопию и определится, все ли там, если там все хорошо, он скажет, да, приходите через полгода еще посмотреть. То есть, в принципе, во всем мире рекомендуется смотреть дерматоскопом, осмотр проводить людей до начала лета и после лета. То есть это, как правило, апрель-май месяц. Как раз в этот период в Украине, во всем мире проходят дни борьбы с меланомой. И абсолютно бесплатно можно прийти к дерматологу и провести осмотр. Ну, той только... самий дерматоскоп, да, так, да. Але ви просто можете прийти це зробити абсолютно безкоштовно. Безкоштовно, да. Но надо следить в інтернеті за дайджестом, день меланоми, забивати, смотреть. Дати міняються. Это может быть конец апреля или начало мая. И в конце, после лета, это сентябрь-октябрь месяц, прийти планово к дерматологу осмотреться. И все, и жить дальше спокойно. Ну так, звичайно, нас же ніхто не змушує бути здоровими, так? Ми тільки Конечно. Повинні це робити самі, тому що це для нас потрібно. А пане Ігоре, а ось не лише такі проблеми, які пов'язані з кількістю родимок після літа, починають нас турбувати. Дуже сухою стає шкіра. І вона може зморщуватись, вона не така еластична. Чи можна це поновити? І якими засобами ви би рекомендували робити такі процедури? Так, після літа, після обильного сонця, да, я вам скажу, і після моря, кожа становится менее эластичной, она высыхает. Это обычное явление физиологическое. Этот вопрос решается очень просто. На сегодняшний день огромный выбор различных средств, они входят в подразделение дерматоцевтики. Есть такое подразделение. Называются они эмольенты. Это средства, чаще это в основном французские компании, которые выпускают эмольенты на основе термальной воды. Их много брендов. И задача какая? Они наносятся ежедневно, после душа, и очень важно, на полувлажную кожу. Не на сухую, а на полувлажную. Ну, чтобы трималась влога. Тем самым как бы происходит подпитка водолипидной мантии, восстановление ее, кожа становится эластичной, тем самым восстанавливается и защита кожи от различных агрессивных тех же вирусов, бактерий, грибов и так далее. То есть, ну, иммунитет лучше работает. Насправді, ось ті проблеми, про які ми говорили, вони всі вирішуються, так? Пане Ігоре, чи є якісь, які неможливо вирішити в наш час? Ну, слушайте, в дерматологии есть, ну, они не касаются нашей тематики, есть несколько серьезных диагнозов, которые, ну, тяжело решать. Это действительно так. Такие грозные заболевания, как псориаз. Мы знаем, ну, с экземой не так сложно, но тоже есть тяжелые случаи. Есть пузырчатка, тоже очень серьезное заболевание. Это то, что дерматологи по сей день занимаются, идут различные исследования и... Люди науки занимаются этими проблемами. Все остальное надо вовремя обращаться к врачу. Обычно. Ну и справді, якщо ось ми говоримо про ті проблеми, про які ви сказали, то теж зараз вже все пішло вперед, і медицина в тому числі, і можна зараз зробити життєвий процес людини трошки кращим. Якщо раніше це взагалі було складно, так? Да. Майже неможливо було там помити руки, щось зробити. Ну якщо, наприклад, все на руках, так? То зараз за допомогою різних засобів вже можна трошки легше впоратись з тими проблемами, які є на сьогодні. Конечно.
Я вам дуже дякую, пане Ігоре, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, ось такий позитивний настрій повинен бути. І немає таких проблем, які не можна вирішити. Потрібно все робити для того, щоб бути здоровими. Такого здоров'я бажаємо отримати і вам також, усім, щоб справді після літа залишилися лише приємні спогади, щоб осінь і 1 вересня, і взагалі усі осінні дні, зимові, приносили нам лише щастя та радість. Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.